Здравствуйте, с вами Александр, канал Лесосад, канал Деревенский Веган Александр Шутков. Еще не знаю, на каком канале я выложу это видео. Вот это я вам показываю, глядите, четырехколючку. Вот этот столб, высотой выше пятиэтажки. Вот так вот осемляются веточки вверх. Этот столб двойной, весь усыпан колючками. Глядичая колючковая, трехколючковая, очень хорошо, идеально подходит для живых заборов. Вот такие вот два столба, ствола, усыпанные колючками. В общем, колючая проволока рядом не стояла с такими шипами. Как всегда, у меня аккумулятор. Смотрите, размер этих шипов. Это вот отломанная веточка, видать, кто-то пытался залазить. Вот такая вот красота. Очень помогает бороться, охранять посевы не таких защищенных деревьев от коров, овец, коз и прочих. В общем, через такой забор им проблематично пробраться. Зато мелким животным здесь от крупных хищников хорошо прятаться. Вот такая вот красота. Высота, повторюсь, выше пятиэтажного дома. Вот два вот таких столба. Чтобы сделать живую изгородь из глядичи, садят. Вот они, стручочки я начал собирать. Вот они валяются, стручки. Зимой птицы прилетали, ими кормились, когда было снега много, когда другого пропитания сильно не было, эти бобы сильно выручали. Вот. Таким образом, вот это дерево, посаженное человеком, посадил его человек, работал в местном лесничестве у нас, рассказал мне эту историю, его сосед, то моду я собирал тут также гляди четырехколючковые и желудя. Вот эти дубы тоже им посажены. Вот такой вот маленький оазис. Человек уже умер, но он живет в наших сердцах, в этих деревьях, в этой красоте, в этих птичках, которые поют на его ветвях. Поэтому тот, кто посадил лесосад или посадил дерево, и не одно, он живет вечно в делах своих. И опять же, старайтесь делать те дела, за которые вам не будет стыдно. Давайте завязывать с профессиями, которые не приносят пользы, а только вред, или они бесполезны, или бессмысленны. Например, как пограничники или там врачи, лечащие по неправильным методичкам. Они, может быть, и стараются вылечить, но методички неправильные и результата не принесут все равно ни в коем случае. Итак, дорогие друзья, буду закругляться, а то у меня сейчас телефон опять порубит ролик на несколько частей, неохота его монтажить, лепить до кучи.